Дорога долго не вела меня в Петербург, и после долгого перерыва привела. Это были съемки фильма 12-серийного на Первом канале «Империя под ударом». И ровно год, буквально с дня в день, я снимался в этом фильме в Санкт-Петербурге. Быть сильным – его профессия и сознательный выбор. Начав с юношеского бокса, отдав дань восточным единоборствам, отслужив в морской пехоте, он логично заслужил репутацию русского Рэмбо. Но Игорь Ливанов – актер гораздо более тонкий и многоплановый. Десятки ролей в кино, участие в супераншлаговых спектаклях «Театра Луны», блестящая физическая форма делают его одним из самых разрушительных для женских сердец российских актеров. Санкт-Петербург для меня в первую очередь – это, наверное, державная стать, дисциплина, стройность улиц и зданий, ажурность, красота и, конечно, люди, в которых, наверное, вот это человеческое достоинство, это интеллигентность, это при этом, когда тебя принимают, открывается тепло души, открывается любовь, открывается внимание. При этом при тех малых возможностях финансовых, которые практически у всех жителей этого города на сегодняшний день и раньше, эти коммунальные квартиры, в которых люди запутываются, как в переулках проходных домов, наверное, это все-таки люди. А еще, наверное, это история, которая становится реальной, потому что когда ты в Петропавловской крепости находишься у праха императоров, Петр I, Екатерина II и так далее, то как в Иерусалиме история становится реальностью. Вот это здесь, это твоя история в том числе.